называется «Разочарование». Какая радость, шаль золотая, попала в руки наконец. Царица с плеч ее роняя, кричала: «Прочь, юнец!» Силеным духом был, удар обиды вынес смело, и еще мечтою не остыл в порыве страстного нагрева. Ходил и днем, и ночью, покорным мальчиком являясь, боготворил свою Мадонну, улыбкой чистой опьяняясь. Не замечала гордая девица наружу рвущейся любви, спасением было отравиться, взаимность потеряв внутри.